13 июля в Омске официально завершился авто-мото-велопробег «Путь Ермака из Урала в Сибирь», который стартовал в Перми. Пилотный маршрут преодолели 140 участников из 5 регионов России. Я в отпуск решил совместить приятное с полезным. То есть у меня профессия сама по себе – это специалист по спорту, администрация Кудымкарского района. Вот, и во время отпуска я решил как бы посмотреть Сибирь, ни разу не был ни в Омске, ни в Кургане. Хорошо встречали везде, не только в Омской области. То есть у нас в каждом населенном пункте очень довольно-таки хорошо встречали. То есть хлеб-соль, как всегда, да, у нас караваи, где-то у нас ансамбли встречали. Ну, наверное, все запомнилось. И ночевки в палатках, и дорога, и поселки, села, деревня, города. Организаторы первого мультипробега попытались создать межрегиональный туристический маршрут, проходящий по 3 федеральным округам и 5 субъектам Российской Федерации. Всего за время похода участники посетили 45 населенных пунктов, расстояние между которыми составляло 30-40 километров. В первую очередь это тестовый был заезд, то есть тропа планируется стать пешей тропой. Пешая тропа 1400 километров, 45 дней преодоления. В будущем будет возможность у людей проверить свои силы, пройти, пофилософствовать. Также мы решили сделать варианты прохождения тропы автомобильной, велосипедной, мотоциклетной. Есть уже желающие проскакать на лошадях и даже проехать на снегоходе.